сыны короля Лича! Теперь наши силы едины! Физи, ты чё, ты где? Ксана был досадным недоразумением! Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение! И прольется кровь! Насладитесь болью! Моя чаша полна! И прольется кровь! И прольется... Насладитесь болью! Моя чаша полна! Трепещите перед Талдорамом, смертный! Ибо сила сферы питает меня! И прольется кровь! Насладитесь болью! Моя чаша полна! И прольется кровь! Счастливый, подойди немножко сюда, к второму танку оттяни. Не туда, а сюда. Тотемом. Насладитесь болью. Я чаша полна. Так, к второму танку сказал подойти, я подошел. Все, все. Тут рифли просто были. Так вот, я отсюда. Мама дальше нельзя отвезти. Моя королева. Они. Я ничего не там. Бейте этого пидора. Значит, будем контролить через два моба. Аркона, нахуй ты это говно рулишь? Квадрат Сатарарепа. Треугольник Альтея. Почему, блядь? Сатарарепа, ты в РК? Чё ты делаешь? Не сдохните. Всех, кто приедет. Бомжи, блядь, сука, нахуя вы агрите, лезете, когда вас не просят? Паука здесь пыльте. Еще раз полкать спорт. Я пока не могу прочитать это заклинание. Бейте этих пидоров быстрее, дайте им станы. Репа, ты в РК? Блять, как бесит эта хуйня. Ну почему ты агришь? Что ты делаешь? Парочку человек были бы тупых, мы бы упали просто всем рейдом.
А у кого колба? Ну что, какому-то ретрику она нужна? Ну и пускай будет у ретрика. Пивайте, мама. Пей ману какую-то маговскую, потому что два инера когда. Опа, дайте рыбку, видите, хава. Неразумное решение. Съебитесь подальше куда-то отсюда. Сова, отойди влево куда-то. Я только попробую на вкус. Как вам такое? Почему земли кидайте на палку, пожалуйста, на пол. Слепой. Некрономик. Да. Старался дальше. Да. Как вам такое?
чем хила кусать. Чё, ДД не видно, сову не видно, что ли? Ауч. Да. Как вам такое? Страдайте же! Ты тянешь деньгам на луто. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Ты гибну, мама, читай. Выйдите, сука, с синей лужи. Вы что, слепые или тупые? Где ХП у вас дохуя? Встал, побежал, ПК. Тебя не будем резать. Этих мобов добьем, а добьете ману. Жалкие создания, умрите! Добивайте прежде стен. Жалкие создания, умрите! Че, кстати, увеличенный рейд так и не включат, да? Чего? Увеличенный рейд. Ну, накач. Понятия. А не будет его уже 100 раз говорить. Кончите мобов. Не судьба, значит, рогу докачай. Я ебал рот на их сидим качать.
Че, надо на хила зайти, хили. Постарайтесь сохранить все части тела. Димас, Вердру. Утекуте с Димасом. Нет, давай. Кто там еще? То ли приз есть у кого-то. Давай на Аршамон зайдем. Ну заходи. Просто на одного босса все. Давайте ставьте шкаф. Три Аршама хулипал. Порталы ДЦ и Эрдру на рейде. Да, ты на рейде злится. Не достаю слишком далеко. Я пока не могу прочитать это заклинание. Да иди пожрачи. Женя, а что там на воскресенье, кстати? Джерри что-то писал. Да, все. Он писал, что на 10 минут это идет. Да, Джерри, ну, да. Ну, человек готов, это, чекай. Давай, на
тебе звезду поставлю, он тут с тобой. Чик, ну я буду-то озвучивать, где я бом. Да, говори. Залетай. Поехали, начинаем. Чужаки ворвались во внутренние вагоны. Уничтожьте земного вагона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Герои, вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Залечите мои раны. У ворот. По часовой стрелке летаю. Это против. По часовой пизже. Так это против. Ты летишь сейчас. А, нет, почти всего, да. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Справа от Вальки. У ворот также. Там вы найдете спасение, герои. Силы возвращаются ко мне. Герои, еще немного. Давайте, давайте, подлетели быстрее. Че там, Геру даешь, да? Угу. Ебать, я только прожимы нажал на. Хотел уже похилить, она уже захилилась. Тут уже без тебя все сделали. Норм ворвался. Захожу на это на ХП. Ставьте пока шкаф сразу.
А может тот джинсы поставить, пожалуйста? Не запускается. Так, а Джерриан, наверное, не пришел, еще там стоит. Из-за этого, скорее всего. Они должны прорваться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Thank you.
Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут. Убирайте все дерьмо, петов своих убирайте, тотемы. Локи, как всегда, волки всякие, фанты. Так, не здесь. Лезть эти вещи. Чек на писус. Розовые латы ты тут? Слави, дай кулак. Нормально. Сука, в очередной раз убеждаю, что паладины это петухи, сука. Аслихан, с тебя МП5. Так, значит, как обычно, все метки будут под босса, когда в сторону скажу, когда Геру скажу. Глыбы бейте до 30%. Не разбивайте сильно и хуёво не бейте. Все 5 глыб должны быть подбиты. Чек. Кто падает здесь, блядь, этот минус 100 к роллу на лича и на синдру сразу. Запускаем. Стоим в одной точке сейчас. Звездочку встали. На всех хил. По одному стаку копите, хильте. Отбегайте, мельче, тупые какие-то. Ну а вам же. Жалкая магия! Теперь без сил здесь ваше вторжение не окончится! Аркона розовые латы. После того, как приземлится, а Димас поднимешь Аслихана. Ну что, не видите, Синдрак вставать начинает, там вообще плохо. До половины глыбы не вижу. Квадрат вообще никто не бьет на руку. Треугольник то же самое, хуй забьет. Оббивайте глыбы, треугольник, не вижу. Геру переводит босса.
надо. Первую подмосты сразу разбить. Милики ушли. Съебитесь. Стойте, вообще не бейте, неприятно. Один велик заморозится минус 1000 крови на серии. На всю жизнь. Где вас гильдии? Босса правил. Метку не бить, будет даже спрятаться. Калька, то что ты в стороне стоял, сейчас чуть не сдох. Тяжко смотрим подбивать глыбу. Разбили глыбу. То что под босса. Милики ушли. Не бегите даже туда, не домашки никогда не делайте, отпрыгивал. Бомжи, блять. Разбивайте два бомжа. Под босса вышли милики. Свалили. Никак не убежать, да, блядь? Разбивайте две глыбы быстрее. Вторую глыбу. Под босса неси. Бейте глыбу, сука, а не босса. Встаньте и бейте глыбу, шипы. Просто... Ну, помрачительная хуйня. Все в глыбы переключились, босса никто не бьет. А как рядом с нами глыба оказалась? Глыбу под босса откинул. Глыбу под босса будет притяжка. Неси под босса. Блять, неси к боссу. Спрятались за глыбы вместе все. Бомжи, сука. Блять, какие вы, сука, я вас ненавижу, нахуй. Разбивайте. Сразу разбить. В сторону добиваю. Приходите на босса, блядь. Наконец. Видите, вторая фаза начинается. Глаза по пятаку делаете, нахуй, и забывайте про все, нахуй. Откуда вы такие беретесь, блядь? Мелики, сука, хули вы там надамажите, блядь? Босс не зергается. Сука, палик не упал. На лича быстрее пошли. Сыр-бор устраивайте постоянно. На лича быстрее бежим. Вы в обычке? Да. Ути-пути, диспелишь чуму. Там помощь не нужна? Лича поднимайтесь резче. Так. Кому-то бафы какие-то надо, кулаки, кулаки, там вот это все. Артвайдер, у тебя же есть это шея, зачем ты еще ролишь? В смысле, у меня вот я уже поставил просто камень. А, ты просто камень поставил же, понятно, ладно. Так я вот с этим хотел. Хаба, резай ман. Киньте инер, у вас без КД инера, по хабе. Запускаем. А где все это битва было? Тихо, тебя чему диспелишь, да? Хваленые силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ.
Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Че с Ширкарем? Оборот. Чему проебали, я так понял, да? Забей его, давай. Дайте гимн, ман. Притвориться мертвым, хам. Звездочка. Почему этот лужу будем носить в лузу? Первый Валька спустится, сразу подключите Хау. Лужа. Все, не будет лужа на краешке. Я проморожу вас насквозь. Гимн ману дайте. Кто-то.
крови ловишь лича. Мир рушится вокруг вас. Схили вообще с человека в комнату пойдет. Ледяная скорбь жаждет крови. Сбить каст полностью. На другую сторону за звездой сразу ушли. О, в описании. Кто там, блядь, разговаривает? Леча в звезду, все за лечом прячемся. Тут уже отошли. Ушли на ту сторону натиском, сгорели я люблю в пламени вашей ярости. Знаешь, надо вызвать герцога Верна. Его вызвать, ты должен собрать. Да кто это говорит? Кого это хуйня на туре? Да заткнись, пусть ты... У монарха! Да господи! Дайте мне минуту, я вам скажу правду! Невольный подарок. Смотри, как я буду воскрешать их и превращать воинов в плети. Они повергнут этот мир в пучину хаоса. Азерот падет от их рук, и ты станешь первой жертвой. Мне значит, разбираем лют, выпрямляем и целка героя. Свет, даруй мне последнее благословение. Будьте покашать, будьте заведены сами. Разбейте эти оковы. Че, состав менять не будете? Тем же составом пойдете? Не знаю, с чего ты это взял. Так показалось. Невозможно. Состав на Геру будет посильнее. Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни! Естественно. Наконец, я свободен. Чё? Хризи, потом сходишь, что успеешь. А Хризи будет в Гере Хризи? Я без Хризи не пойду. Поднимитесь, воины света! И вот я стою, как лев пред агнцами, и не дрожат они. Им неведом страх. А что зовут? Гора прилив. Дайте портал Долоран. Где клятва, блять?
пока я не возьму клятву, она никому не дропнет. Ее никто не заберет. Во всем мире, да? Да, вообще. На ИП кто-то заходит? Да. Да. Да-да. Сейчас я... это... Бля, выкинуло. Кому прилипнуть достался? О, вот. Вот. Чё? Мне заходить на своего лока на ИП или на Жекиного друида, чтоб тут капало? Я не знаю, ты вчера был в обычке? Ну, друидом своим, да. Ну, на лока своего я не знаю, заходи. А чё, у тебя второй перс появился? Да. А ты его докачал? Если честно, ну раз вижу, что будет на 19 левел уже, он как апнется, у него будет столько ЭП, сколько я не знаю. Так у меня 79 левел, мне там 30% опыта осталось до 80-го, так что, ну, скоро. Я купил уже. Кого кикать с рейда, я не знаю, кто офнулся. Вас кикать офнутый? Я плюсанула. Одином. Что ты делаешь? Альтею не кикай. Это самое, я с шаманом ухожу, а ЕП на саму. А на два перса нет? Вы же два человека играли. Так он же на саму, сейчас блока зайдет. А, я понял. ЕП на саму, шаманом ухожу, понятно. Экс-обливион кем был? ДК? Туша, который, да? Кралька. Алпич. Что, М? На ханта начислять? Кто-то еще заходит? Где лок твой? Ну я... Так ты друида так кикни-то? Или чё? Да, друид этот получает. Animal, а он на своего лока. Ты же сказал, на шамана будешь получать. Не, на друида сказал. А-а-а. Я шаманом ушел уже с рейда, а на друида получать. Ага.